Друзья, я приветствую вас на нашем канале и напоминаю, что в середине июня мы, команда из 4 человек, отправились в путешествие протяженностью 700 километров по Оби от Бийска до Новосибирска на ПВХ-лодках с гражданскими моторами. Инициатором данного путешествия был Алексей Доскер 7000, его канал вы должны знать. Собрал всех нас вместе, так как мы не были знакомы, наш подписчик Коля из Москвы. Естественно, моим партнером стал мой друг Жека. Это первый для нас опыт, и мы надеемся, что вам понравится. Я чуть не думал, что будет столько комаров. Доброе утро, ребят. Время 5 утра. Знали бы вы, сколько здесь комаров. Они оказались у нас в палатке, потому что вчера уснули и оставили вот такую дырочку. И, блин, они просто пожирают. Короче, репеллент заканчивается со страшной скоростью. С пугающей скоростью. Ребята еще спят. Жека там. И вот, я хочу уже завести мотор и фигачить, чтобы их просто сдувало, потому что, ну, это нереально. Вот, я думаю, сейчас пойду потихонечку всех будить, и надо будет собираться. Короче, как-то так. Ну, пока путешествие прикольное, конечно, не без сложностей, но никто и не думал, что будет легко. Я чуть не думал, что будет столько комаров. Все, ребят, первая наша ночевка прошла удачно, пожалуй. Комаров много, конечно. Все равно спасибо этому месту, столу. Вот. На реке полный штиль. Сейчас потихонечку выходим. Мы с Жакой хотим вперед убежать, подальше поискать какие-то старички. Все-таки очень хочется что-то поймать. Мы, конечно, на самом деле дерьмовые рыбаки, но я считаю, что даже, Жень, мы с тобой должны что-то поймать. Мне кажется, мы еще не начали рыбачить. Ну, да, да. Я только Жекиного кальмара потерял. Я уже снастей потерял уже, да. Ну, просто у меня замах, заброс сильный. Вот, так что хотим... Давайте, друзья, удачи. Пацаны плавают стоя, у них места нет просто. Для баланса. Да, так что мы сейчас тоже выходим потихонечку и полетели. Выходим потихонечку и полетели. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Увидели небольшую протоку. Решили с Жекой становиться, может что-то поймаем. Да я даже не знаю. Понимаю. Да, мы такие профессиональные рыбаки, ребята, вон догоняют, пусть вперед идут. Договорились держаться этих буев, бакенов, чтобы не потеряться. Потому что здесь в этих протоках мы вчера потерялись, там искали друг друга пипец как. Комары здесь просто одичавшие, голодные. Я не знаю, мы, может быть, рыбу не поедим, но комары точно поедят. And if I say it enough, it gets in.
curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside the upside down. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head. And I start to think, honey, I'm a perfect 10. Друзья, просто понимаете, здесь есть рыба. Вот такого вытащил, блин. Это значит, мы помрем с голода. Он даже обосрался, от, мне кажется, от моей радости, как я орал. Просто понимаете. Это просто счастье. Они в нас не верили, да? Они не верили в нас, а мы уже с едой. Мы словом. Причем закинул только сразу поклевка просто. Такой дракон, смотрите, блин. Он не пролезет. Да. В мой садок, не это? Мне кажется, он пролезет. Живец будет. Да, все будет нормально. Ребята, смотрите просто на ваши глаза. Первая поклевка прям. Есть. Видели, какие реально монстры? Это кто? Это кто? А кто это? Это рыб. Нет, ну я понимаю. Ну, фамилия как? Плотва, наверное. Плотва. Ну. Платон. Платон. Блин. Скажи честно, счастлив? Очень. Такая фигня, прям. Просто реально есть выбор. Сидеть дома, купить кредитный солярис. Можно вон ловить вот таких огромных зверюк и жарить их тут же. Масло слей в бутылку. Так он ловит. Thank you.
took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Выбрались из пелены дождя, вот, с Жекой дрейфуем, сейчас появилась радуга. Вон Жека тоже звонил, тоже честный человек. А это, друзья, малыш Матаев. Вот так. Даже. Это первая точка. Ну да, да, 100 километров от старта, даже, ну, больше чуть-чуть. Ну, плюс с нашими моделяниями туда-сюда. Все равно нам бензина не хватит, так нам хватит, так что, ну, будем мотаться, зато нам весело. Question why I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay, swear that you will stay, keep trying for one day. Ребята остановились на обед. Жека, видели тут садника? Тема. Я немножко вот вытянулся. Я вот сюда перешел, здесь поплотнее. Вот. Да, вон наши компаньоны. Или это не они? Да нет, они вроде, да? Они дальше пофигачи, они в лодке едят. В лодке гадят, наверное, да, тоже. Пойдемте, я покажу вам панораму. Вообще, вот там сверху классно открывается. Видно эту бухточку? Жека пошел сидеть в позе орла. Не будем подглядывать. Пойдемте макароны с тушенкой сварим. Ребят, тушеночка у нас от кранидов, напоминаю, да.
Не стыдно вообще ребятам делать какую-то рекламу. Ну, потому что, правда, классная продукция. Вот. Не забудьте перейти по ссылочке в описании к этому видео, зайти к ним в Инстаграм и посмотреть, что они предлагают. Мне кажется, друзья, вот так выглядит счастье. Вот реально. Счастливый. Да. Если вам не хватает счастья в жизни, зовите нас. У нас счастья, мне кажется, хватит на всех. Ну что, друзья, приятного аппетита всем, кто ест. Смотрите, кстати, да, тушенка. Говядина, прям вообще. Да, приятного аппетита. Мы тоже покушаем, Саша, позволение. Блин, по объективу мошка ползает. Время у нас 25.07, что-то, если честно, мы с Жекой заколебали сегодня уже гудеть. Ну, вон дальше пошли, а мы зашли в проток, хотим удочки покидать, может, что-то поймаем, вот. Вот, ну, потом догоним их и на ночевку встанем. С утра мерзли, сейчас просто сгорели наглухо вообще, мне кажется, комары пожрали, блин. Ну, весело, весело, все видим, все, что можно. Так, ну что, друзья, время 15 минут 9 вечера, пипец. Мы, короче, сегодня случайно, походу, прошли в районе 160 километров, и нам осталось 25 километров до Барнаула всего. Ну, так как, естественно, в темноте мы идти не хотим, шли такое место, единственное, лодки придется стоять на воде привязанными. Вот, все берега затоплены вообще. Мы с Женей, наверное, сейчас в течение часа раз 5-6, наверное, на берег выскакивали, искали место. Это вообще очень непросто найти здесь место для стоянки, для ночевки. Так что, ну, лучше не будет. И здесь есть сосны, а значит, нет воды. Обожаю сосны. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за просмотр очередной серии из нашего приключения. Возможно, то, что я показываю, не оправдывает каких-то ожиданий, но я надеюсь на ваше понимание, потому что в последнее время совсем не хочется снимать, хочется жить в моменте, и иной раз ты пересиливаешь себя, чтобы показать то, чем мы занимаемся, чтобы вы могли пережить это с нами. Спасибо вам огромное, друзья. Жду ваши лайки, дизлайки, комментарии. Увидимся в следующей серии.